Всем привет! Сегодня у нас в обзоре медаль за 20 лет безупречной службы СССР. Вооруженные силы. Выдавалась за 20 лет выслуги. На моем канале были уже обзоры 10-15 лет. Вот на такие медали описание у них все одинаковое, но есть разновидности. Допустим, этот вариант, то, что я сейчас держу в руках, он недорогой, цена 1 доллар. А теперь мы с вами посмотрим на интересные разновидности. Вот такой вариант, цена 350 гривен. На обратной стороне должно быть. А на моей медали вот так вот. Вооруженные силы, а там МВД СССР. И вот такой интересный вариант. Лицевую сторону моей медали помните? А здесь отличается. На 6 часов идет две римские цифры. 20 лет. Это у нас за службу в КГБ первой степени. Ее стоимость уже 1450 гривен. А на моей медальке 20 римскими нету. Она более обычная. Это уже посерьезнее идет. Поэтому если у вас дома есть медали, обязательно сравните их по моему видео. И если в будущем вам понадобятся деньги, вы уже будете в курсе. Либо 1 доллар, либо 1450 гривен. Но это цена обратно же на аукционе. Если выставить в интернет на обычные сайты, то ценник где-то, я думаю, можно поставить 1600-1700 гривен. А на этой медальке на 6 часов нет. Двадцаточки римскими. Если у вас дома остались вот такие подобные медали, награды, значки на винтах, вы не знаете, сколько они стоят, вы только на моем канале сможете абсолютно бесплатно проконсультироваться. Для этого вам нужно подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, сделать качественные фотографии ваших наград и выслать мне на Viber, на WhatsApp. Контактный номер вы найдете под этим роликом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!